Всем привет, сегодня буду устанавливать динамики DL Audio Raven 165 второй версии в автомобиль Mitsubishi Lancer в 9 кузове в передние двери. Штатные там совсем перестали играть. Человек приобрел автомобиль, товарищ мой, хочет поставить данные динамики. Мощность данных динамиков 110 Вт, частота 110 до 12 тысяч Гц, 97,6 дБ. Номинальный диаметр 165 мм, сопротивление в 4 Ома, номинальная мощность, как говорил, 110 Вт, чуйка 97,6 дБ, частота 110 на 12 тысяч Гц, диаметр своей катушки 1 дюйм. Так, в комплекте у нас брошюрка идет. Тут сказано, что за снятие видеообзора любой продукции DL Audio можно получить скидку 20%, либо же акустику в подарок. Подробности можно узнать на сайте DL Audio, либо же ВКонтакте, Инстаграме или ТикТоке. Также хочу сказать, что гарантия на продукцию DL Audio 2-4 месяца, 2 года со дня продажи. Акустика — это внушительный срок. Также есть подменный фонд продукции DL Audio. Также хочу повторить, за снятие обзора можно получить скидку, либо же акустику в подарок, либо же фирменные вещи от DL Audio. Динамики защищены пенкой, находится в такой вот плотной пенке. В комплекте у нас идет ароматизатор фирменный. На DL Audio там еще где-то заварилось. Такой вот фирменный шильдик DL Audio. Так, приступим к обзору динамиков. Также есть фирменная наклейка, она уже установлена на автомобиле. Хороший плотный диффузорчик. На этих динамиках не очень нравится. Два варианта тип зажимов. Такие вот коннекторы. Здесь также такие, но это вот очень удобно. Особенно если переделываешь штатную аудиосистему, где фишки отрезал, провода оголил и поставил. Магнит у нас защищен резиновым вот таким вот плотным кольцом. Мощный хороший магнит. Длинные хорошие подводящие. Все хорошо проклеено, качественно сделано. Так, напоминаю, гарантия DL Audio 2 года продукции. Есть подменный фонд, для этого нужно явиться к сервисным представителям. Заполнить анкетку, брошюрку, внести небольшой комиссионный взнос, и DL Audio вам гарантированно возместит вашу акустику на совершенно новую. Также при гарантийных случаях DL Audio, по-моему, оплачивает даже транспортировку, если вы отправляете это все какими-то пунктами доставки. В общем, будем смотреть, на что способны данные динамики Mitsubishi Lancer. Будут играть от простой китайской магнитолы. Наташа, включи ее.